Юсу, поторопись, наш трамвай едет. Карла Фарини, а позади нас святилище святого Антония Падуанского. Ты знаешь, Лили, что больше всего мне понравилось в Милане? То, что в этом городе очень много парков и зелени. Такое ощущение, будто бы ты находишься в ботаническом саду. Да, Ясу, это действительно так. Пойдем, я тебе покажу новый квартал, который называется Порта Нуова. Мы сейчас находимся в новом квартале, который называется Порта Нуова. Эта площадь была открыта 8 декабря 2012 года и названа она в честь знаменитого итальянского архитектора и дизайнера Гайи Аоленти. Если площадь Дуомо – это сердце исторического центра города, то площадь Гайи Аоленти считается центром нового города и символом обновлений и будущего. Она отражает идею экологического равновесия. Площадь покрыта сланцевой брусчаткой и окружена навесами из железа, дерева и стекла, на которых смонтированы солнечные батареи, которые снабжают электричеством небоскребы и освещение площади. Посмотри на этих два необыкновенно красивых небоскреба. Это Боско Вертикале, что в переводе с итальянского означает вертикальный лес.
На террасах этих двух роскошных жилых зданий растет более 900 видов различных деревьев. Этот комфортный оазис с изысканным ландшафтным дизайном улучшает экологию города, не занимая большую территорию. Этот экспериментальный проект в области архитектуры и ботаники был направлен на идею озеленения в тандеме с небоскребами. Для того, чтобы воплотить в жизнь этот проект, было направлено 6000 строителей. При постройке зданий были применены прогрессивные технологии, снижающие теплопотери и защищающие окружающую среду от пыли и солнечного излучения. Деревья, растущие на террасах, выделяют кислород, поглощают углекислый газ и увлажняют воздух внутри помещения. Этот проект собрал целую коллекцию многочисленных наград, такие как лучшая архитектура, самое инновационное здание в мире, самый красивый небоскреб планеты. Заинтриговала своим рассказом про вертикальный лес. Расскажи мне еще что-нибудь интересное. Для того, чтобы не навредить экологии окружающей среды и сделать комфортным проживание жильцов, при строительстве были использованы качественные и экологически чистые материалы. На здании установлены солнечные батареи и генераторы электроэнергии, работающие благодаря силе ветра. А еще большим преимуществом являются растения, которые, несмотря на необычные условия, гармонично выглядят в любое время года. Лиственные деревья и кустарники разной высоты чередуются с вечнозелеными хвойными видами. Особенно привлекателен вид в осенний период, когда листва деревьев окрашена в зеленые, желтые, оранжевые и красные тона. Пойдем, я тебе покажу еще кое-что. Это городской общественный парк «Библиотека дель Альбери», что означает в переводе с итальянского «библиотека деревьев». Это третий по величине парк, расположенный в центре Милана, и считается новой современной версией ботанического сада с эксклюзивным ландшафтным дизайном, в котором представлены 500 видов деревьев и 135 тысяч различных растений. Паутина пешеходных дорожек разбивает парк на разные тематические зоны, такие как зона спорта, оборудованная зона фитнеса, беговые дорожки, игровая зона, детская площадка, зона для концертов и спектаклей, зона релакс с шезлонгами, зона для прогулки собак, зона пикник со столиками и скамейками, а также ботанические грядки и биоозеро со стрекозами и водными растениями.